У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Это Милена, она живет в Болгарии. Она приехала сюда один месяц назад из России. Сегодня Милена в центре Болгарии. Но она не очень хорошо его знает. Это история об одном дне из ее жизни. Алло, можно Эд? Да, я вас слушаю. Эд, это Милена, как дела? Привет, Милена, хорошо, что делаешь? А я приехала в Болдер один месяц назад, и я вообще не знаю, что где находится. Мне надо спросить, где находятся многие места. Я знаю Болдер очень хорошо, я могу тебе помочь. Где надо идти? Мне надо пойти на рынок и купить продукты. Конечно, я был там. Можно идти пешком или сесть на автобус. Что тебе нравится? Я хочу сесть на автобус. Значит, надо сесть на автобус номер 8, иди и надо выйти через 5 остановок. Я понимаю, рынок находится близко от остановки? Да, недалеко. Поверни на первую улицу. И иди прямо, посмотри налево, и ты увидишь рынок. Рынок небольшой и рядом с библиотекой. Спасибо, Эд. Я перезвоню оттуда. Что тебе нужно? Я могу тебе тоже купить. Да, пожалуйста, я хочу мороженое. Хорошо, какое? Я не знаю, может быть, шоколадное. Хорошо, до свидания. Спасибо, пока. Привет, как попасть в библиотеку? Идите направо пешком, это рядом с театром. Спасибо, спасибо. Всегда, всегда такая прохладная погода осенью. Я не знаю, я не живу в Болгарии, я из Нью-Йорка. Хорошо, но спасибо. Где вы живете? Я из России, и осень. Прохладная, но я думала, что погода в Болгарии более теплая. Да, я понимаю. Погода в Болгарии иногда теплая или прохладная осенью. Надеюсь, тебе понравится Болгария. Есть много достопримечательностей здесь. Ладно, спасибо за помощь. Здравствуйте! Куда именно вам нужно? Рынок? Извините, но я не знаю, где что находится. Но вы водитель? Я никогда не говорил, что я хороший водитель. Думаю, что рынок справа от библиотеки? Я не знаю, где что находится. Я только ем капусту, потому что я должен быть сексапильным. Библиотека напротив достопримечательностей? Давайте 300. Я не так думаю. Дебил. У природы нет.
нет плохой погоды, каждая погода благодать. Извините, что это? Ничего, это укулеле. Я его купил у немца, когда я приехал в США. Я переехала в Болдер 1 месяц назад. Очень красиво здесь. Вы на нем играете? Да, я играю. Я пою и иногда я танцую. Где вы жили раньше? Я из России, а вы? Я с Камчатки. Сегодня погода чудесная, нет? Да, но я слышала, что пойдет дождь. Вам нравится здесь, в США? Да, очень. Могу петь весь день или пить весь день. В Америке я свободен. Я понимаю. Хорошо. Но мне надо встретиться с моим друзьям. До свидания. Конечно, интересно было поговорить с вами. До свидания. Здравствуйте. Вы можете мне помочь, пожалуйста? Конечно, что вам нужно? Где находится рынок? Ой, рынок очень далеко. У вас есть деньги на такси? Ну, я взяла такси, но водитель не знал. Ладно, хорошо. Ну, вам надо сесть на автобус. И проехать сколько остановок? Я думаю, что надо проехать остановок 19. А где мне надо войти? А, ну, там нужно выйти на 6-ю остановку. И потом что? Потом просто идти прямо и повернуть налево. Вы видите? Огромное спасибо. Да, конечно. А как вас зовут? А, ну, меня зовут Эд. А вас? Приятно. Очень приятно.